Всем привет, Ютубу привет, моим подписчикам, друзьям, не другам, привет. Вот новая машинка у нас, эксклюзив. Такого еще не было, это Prius, гибрид. Гибридная машинка, которая ездит и на батареях, и ездит на топливе. Ну, как всегда у нас... Градик. Вот, градик частый, его много. Несмотря на то, что машинка как бы из металла, но ее хорошо. Вот. И это видно. Вот. Тут и постой пошло и туда, и сюда. И тут еще один есть такой миленький прикол. А прикол заключается в том, что капот алюминиевый, и его пока тоже. Вот. И задняя дверка. Вот это вот. Вот. Берем мы дрынь. А тут не дрынь. И задняя дверка у него тоже алюминиевая. Вот смотрим, да? Ага. А. Вот. Клац. А тут не клац. Значит, облегчи машинку, вот видите, то же самое, магнит. А здесь не алло. Вот так что у этой машинки две детали из алюминия. Хорошо, что не в чугуне. Ну и задние крышечки тоже осталось как бы, ну всем горизонтальным деталькам. Вот он пластик тут, он уже... слегка подвыгорел, подвыцвел. И тут вот такие у нас безобразия кое-где есть. Ну, видно, да? Даже вот практически почти на векальных, можно сказать, так. Ладно, там это еще, ну, близко к горизонтали. А это по вертикаль. Ну, вот, не знаю, ну, наверное, 85 градусов угол. Все равно, как бы... и все равно травма. Ну что, надо делать. Вот. Хочешь не хочешь, алюминий или чугуний, надо делать. Поэтому не будем терять времени даром. Будем приступать к работе. Надо делать. Вмятинок тут много. Вот, и вмятинки довольно острые. Выходит сначала внешняя часть, вот мы видим. Вот, поднимаются края вмятины. А потом уже начинает выходить сама вмятина. Ну и есть мелочевки, которые очень легко там, буквально там, за минутку делаю. Так что, сейчас пойду, как всегда, по пути наименьшего сопротивления. Сделаю все, что мелочевка делается, как говорится, без сопротивления. Оббегу, тем более, что уже вечер, уже 7 час. Что успею, сделаю. А потом уже работа, которая как бы вмятин будет требовать как бы каждого своего подхода. Вот. Ну все, на этом начинаем работать. Рывшись вот немножко в этих экранчиках, лимончик у меня стоял, потом вот посветлей, вот он более прозрачный поставил, который самый белый. Вот, вроде как на нем, ну, получше, поярче, вот видно, да? Ну, как бы более качественное изображение. Да, еще одна мелочь. Вот хозяину показалось, что мой пасек царапает его машину, хотя тут вот мы видим пластик такой же, вот как керны вот эти сделаны, пластик здесь и накрученная изолента. Ну ради бога, что он взял, наклеил, человек придет, увидит, что наклеено, все, и будет ему приятно, что учли его пожелания, так сказать. Не царапает, ой, да вроде царапает, хорошо, взял вот так, наклеил, и здесь самое можно проклеить. Вот.
И ничего страшного, ну потратили там 2 метра этого скотча. Он там стоит 100 рублей. Тут вам хватит не один десяток машин так клеить. Ну вот и все, обклеили и вперед. Ладно, я чуть-чуть, надо работать. Все, всем удачи, пока-пока.